Тримен Слади новость сегодня была. Я просто. Я был в шоке. В канале Гексогена. Гексогена, знаете, такого стримера. Был такой стример. Умер. К сожалению. Так вот, в канале Гексогена сегодня появилась информация о том, что мама Богдана умерла. Тетя Лена, как к ней обращались подписчики, периодически проводила трансляции на канале Гексомама с июля. Вчера у нее также был стрим, первый эфир в этом году. То есть сначала Гексоген, теперь его мама. Вообще пиздец. Причем ходит слух и как бы информация о том, что ее застрелили. Там в каких-то СМИ сообщают об этом. Есть новость, ее застрелили. Причем возле ее дома. У нее там был какой-то бизнес, если не ошибаюсь. Я не знаю, связано это как-то с этим или нет. Потому что нет никакой подробной информации. Ну вот как-то так. Причем после стрима вчерашнего она остановилась около дома и дальше хз что. Ее убили. Сразу как она закончила стрим, в конце видно даже машину убийцы. А где машина? Вот это что ли? Бля, какой же пи***ц происходит. Я в ахуе просто. Стояла на аварийке. А, вот это. Ну, там кто угодно мог стоять, поэтому, опять же, утверждать на все 100% я не могу. Мне это в голове нахуй вкладывается, я не могу в это поверить. А это реально вот произошло. Просто на... Дед.